Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня у меня проект без вложений. Это зарубежный букс EvoClix. Регистрация здесь простая. Вводите свое имя, фамилию в первую строку, два раза email, потом username, два раза пароль, ставите галочку, вводите буквенную капчу, нажимаете «Зарегистрироваться», и вам на почту придет письмо. Мне пришло письмо в папку «Спам». Там ваш ID, нужно подтвердить электронную почту и подтвердить ID. Будет у вас, значит, вход по логину и паролю. И попадаем в кабинет. Сразу при входе в кабинет раз в сутки. Ну, вот, заходим раз в день, как бы, и у нас будет колесо фортуны. Нажимаете на колесо фортуны. И вам на Purchase баланс, вот я нажала, мне дали 40 центов. Так. И так, ну, наша как бы домашняя страничка выглядит. И минимальный вывод отсюда $4. Так, вот $4 минимальный вывод. Так, значит, это аккаунт Сумари. Наша домашняя страничка. И здесь еще ежедневно дается бонус нам ежедневный 12 центов. Так. Плюс 15 АД кликов и 15 грид лайков. Это сетка. Вот здесь сетка нам дается. 15 кликов можно делать и выиграть до 5 долларов ежедневно, как бы, можно как бы заходить. И плюс за каждого прямого реферала 100 поинтов. И если реферал проплатится, плюс еще 300 поинтов. Ну, я, как сказала, проект без вложений, я сюда вкладывать ничего пока не собираюсь. Значит, так, ну что, давайте пройдемся по кабинету. Значит, это аккаунт Сумари. Это мессенджер. Кэшор. Вот это нажимаем. Это у нас будет вывод, как я сказала. Баннеры. Здесь находится партнерская ссылочка и баннеры. Далее, что у нас здесь? Ну, это адвертинг. Это рекламировать свои проекты. Так. Пуршазы. Это покупать здесь, как бы сделать апгрейд. Это я сюда не лезу. Так. Далее. Здесь у нас будут находиться прямые рефералы. Значит, здесь читаем, что у нас перевести на русский. Значит, здесь вы можете бесплатно обновить свой аккаунт, если ваши рефералы соответствуют следующим условиям. Реферал должен быть зарегистрирован не менее 3 дней. Реферал должен кликать не менее 5 объявлений в день или не менее 15 объявлений за последние 3 дня. Реферал не должен быть неактивным более 3 дней. Если одно из условий не действует более 3 дней, реферал будет удален из списка активных участников, и ваш аккаунт будет деградирован до предыдущего состояния. Ну, здесь запрос на обновление учетной записи. Это я не буду делать. Так, далее что у нас здесь? Ну, здесь история кассового баланса, история колеса, история, ну, история тут депозитов, история вывода. Так, и вот история колеса. Посмотрим. Вот 18 апреля я приз, мне дали $40. Как здесь теперь зарабатывать? Все здесь очень просто. ПТС нажимаем. Вводим капчу. Такой вот. 5. Так, FE. Нажимаем адрес. И вот я одну рекламку просмотрела. Здесь довольно-таки жирные как бы кэшлинки.
Значит, смотрите, по 2 цента идет, плюс 2 поинта. 2 цента, 2 цента, тоже 2 цента. 2, 2, 2. Так, здесь по 1 центу идет тоже. Как бы, ну, здесь уже поменьше. Вот. В принципе, жирненько. Значит, кликаем сначала вот на заголовок, далее на красную точку. Нас перебрасывает на страничку. Ждем. Загружается шкала тоже довольно-таки быстро. Ищем далее перевертыш. Все, нам засчитались. И таким вот образом мы просматриваем рекламку. Так, мой аккаунт. И у меня уже 4 цента. Довольно-таки неплохо. Главное, чтобы платил. Проверить надо на вывод его. Значит, и сетка. Сетку тоже нажимаем на любую, квадратик. Ждем. Загружается. Так, ждем опять, что нам скажут. Ну, что-то нет ничего. Так. Сейчас я ее обновлю. Так. Что мне дали? Давайте переведем. Так. Перевести на русский, что нам? Ваш клик был подтвержден, а вы не были победителем. У вас есть 23 шанса осталось на сегодня. Ничего я не выиграла. Значит, мой аккаунт. Так. Ну что, вот поинты. Ну, здесь вся статистика показана, как бы. Так, и что здесь еще есть? Форум. Тоже можно здесь посмотреть форум. Значит, почитать. Вот от 15.04 последняя, смотрю, была запись. Вот это все можно перевести и прочитать. Ну, сами тут уже погуляете, как бы это все можно прочесть. На этом, в принципе, все. Кому интересно, присоединяемся. Но не интересно, проходим мимо. Всем удачи, больших заработков. Когда будет что выводить, запишу видеообзор. Да, еще я забыла, ребят, сказать. Значит, вывод мы на бесплатной основе. Вывод производится один раз в 14 дней. Значит, здесь вот забыла вам показать, что я... Так... Апгрейд аккаунт. Вот мы на бесплатной основе. Free. Это самое первое. Вывод минимальный $4, как я сказала. Вот. И что они тут пишут? Раз в 14 дней вывод. Вот. Тут уже переведете на русский и прочтете. Ну, вот теперь все. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.